Определить сильнейшего бильярдиста. Ветераны и пенсионеры органов прокуратуры Пензенской области участвовали в региональном турнире по бильярду. Он состоялся в спортивно-культурном комплексе «Союз». Здесь собралась команда, которая работала в 20 веке, 21-й захватила. Люди весьма и весьма уважаемые, и которые отдали много очень сил и средств в деле укрепления законности и правопорядка в Пензенской области. Многие из них награждены ведомственными, правительственными наградами. В областном турнире по бильярду участвовали 9 спортсменов. Среди них и любители, и профессионалы. Эдуард Чернышов – один из тех, кто много лет занимается бильярдом. Еще будучи школьником, он познакомился с шахматами в движении, и с тех пор этот вид спорта для него один из любимых. Бильярд, как говорят, это шахматы на зеленом сукне. Это здорово, это красиво, это, если особенно, когда люди играют профессионально, это просто завораживает. Это просто искусство, по-другому не скажешь. Эдуард Валентинович неоднократно становился победителем различных соревнований в Пензенской области. На турнир в Заречной тоже приехал за победой. Впрочем, настрой показать лучший результат был у всех. У нас русский бильярд, простая свободная пирамида, две партии, олимпийка. А дальше по сетке, по олимпийской сетке, и выходит полуфинал, финал, ну а там награждение. Первые партии показали, что легко пройти даже в полуфинал ни у кого не получится. Некоторым парам спортсменов понадобилось 3 матча для того, чтобы выявить лучшего в туре. В итоге победителем турнира стал пензенец Эдуард Чернышов. Серебряную награду завоевал зареченец Алексей Шацкий. 3-е место поделили Владимир Кокренков из Сердобска и Николай Шорохов из Пензы. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».